Онлайн-планировщик маршруту, картки дифференційного проезда и бесплатный Wi-Fi. У городском транспорте столицы появится шерег ноу-хау. До речи, интернет-сервис «Раціональний маршрут» працює у тестовом режиме. Послуга помогает спланировать поездку загодя и отримать подробязную карту маршруту до любой кропки города с уликом пересадок. Билеты, что в громадском транспорте планують заменить на картки. Послуга уже активно реализуется на межгородних рейсах. Технология построена так, что пассажира, когда он заходит в салон автобуса и прикладывает в первый раз первоначально к валидатору свой проездной билет, снимается стоимость поездки по всему маршруту. Когда он выходит, разница вот этого вот километража, который он не проехал, ему возвращается на карту. Логично предположить, что человек, который две остановки, и человек, который едет сначала города в конец, рационально, логично, чтобы они платили разную стоимость. Раз в несколько месяцев у столицы появится первый автобус, обсталеванный бесплатной кропкой доступа Wi-Fi. Такое новое введение будет на маршруте номер 300, который связывает национальный аэропорт Минск с центральным автовокзалом. До конца года беспроводным интернетом обсталюют все автобусы международных маршрутов.